В администрации Раменского городского округа прошел финал конкурса «Леди бизнес». В нем участвовали представительницы прекрасного пола. Сегодня был необыкновенный день. Это и праздник, и радость, и впечатление, потому что настолько многогранные наши девушки, настолько они все сильные, настолько интересен их бизнес. И вот действительно буря эмоций, потому что красота, краски, все это вот перемешалось. Мы очень рады, что этот праздник вообще прошел. В финал соревнования вышли сильнейшие представительницы сферы бизнеса от Раменского городского округа. На заключительном этапе конкурса им надлежало пройти еще три этапа. В первом жюри оценивало короткую видеооткрытку, в которой участницы презентовали свой бизнес. Дальнейшее испытание предлагало дамам случайное название предприятия. Участницам следовало расписать его бизнес-модель. Последний этап можно назвать блиц-опросом. Дамам задали ряд вопросов, связанных с бизнесом и историей нашего округа. По результатам в конкурсе победила Анна Матюшкина. Победительница наша Матюшкина Анна – это подтверждение того, что именно наши девушки, они действительно все многогранные. Они много знают в бизнесе, у них интересные проекты, у них интересные мечты, у них интересные мысли о развитии. И я думаю, что это очень достойный победитель, который сможет нас представить в области. Раменский городской округ будет представлен достойным победителем. И мы надеемся на победу. Но этот конкурс мне немного показал, что я могу быть при этом еще и бизнесменом, потому что мы прошли много обучения. И, например, я первый раз в жизни составила бизнес-план, и мне даже в какой-то момент понравилось и затянуло это. Вот, поэтому конкурс мне дал много полезной информации и показал, куда расти и как развиваться. Анна Матюшкина будет представлять Раменский городской округ на областном этапе конкурса «Леди бизнес». А следующее соревнование состоится уже в новом году. В нем смогут принять участие все желающие предпринимательницы. Очень хочется поблагодарить всех. И очень хочется пригласить девушек на следующий год к участию в этом конкурсе. Приходите и покажите себя, свой бизнес. И, конечно же, мы вместе будем дальше расти, развиваться и помогать развивать ваш бизнес. И я думаю, что сегодня это был пример того, как наши девушки могут совмещать и бизнес, и семью, и учебу, и развитие, и любовь к своему краю. Игорь Чернышов и Сергей Дружинин для программы «Городские вести».